Здорово, мотобратья! Сегодня у нас на обзоре педбайк! О, не эндуро, педбайк! Аппарат из линейки питбайков CRF. У нас именно моделька Racer CRF 125. Бывают они еще с электростартером. Соответственно, Racer CRF 125E и 140E. Двигатель YX125, четырехтактный. Воздушное охлаждение. В принципе, все как в большинстве питбайков. Четыре передачи переключаются все вверх. Мощность 8 или 9 лошадиных сил. Везде говорится по-разному, но точно никто, конечно же, не посчитает. Запуск осуществляется с помощью кикстартера. Объем топливного бака 4,2 литра. Расход топлива 2,3 литра на 100 километров. Максимальную скорость мы еще не замеряли. Эту тему мы поднимем в отдельном видеоролике. Итак, что у нас по подвеске? Мы имеем спереди телескопическую вилку-перевертыш. Она у нас настраиваемая. Сзади у нас есть гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости. Цепь у нас обычная, 428, имеется ловушка. Раз уж мы начали говорить о плюсах, не могу не обратить ваше внимание на то, что у данного аппарата есть передняя фара. Рычаги сцепления переднего тормоза и лапка переключения передач складываются, что дает им возможность уцелеть при падении. Лишних кнопок на руле нет, всего лишь кнопка «Стоп-двигатель». Фара включается поворотом ключа. Зеркала – это уже моя личная доработка. Стоки их, конечно же, нет. Колеса с подшипниками Тайвань 17/14. Усиленная ступица. И есть буксаторы. Тормоза передние и задние – дисковые. На нашем питбайке стоит прямоток. Звучит он достаточно грозно, что я сейчас хочу продемонстрировать. Блин, я уже не могу больше о нем рассказывать. Давайте, наконец-то, прокатимся. Шлем мне! Очки! Вот теперь можно ехать! Это все, что я мог рассказать вам об этом аппарате. Дальше будем снимать покатушки по оффроуду. Проверим его в грязи. Дальше больше. Всем пока. До новых встреч. Какого лешего тут происходит? Отдай мой мотик. Иди, иди.